Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзор очередной мега-имбы. Я думал, что Друид будет топовым героем для отхила, но, блин, к сожалению или к счастью, нет. Есть еще один герой, который реально намного круче, намного интересней. Вот она, Садби. Вот так вот герой называется, так вот он выглядит. Это просто чумовой, ребят, хиллер. Почему, я сейчас вам покажу. Ну, нереально крутой герой. Я использую его везде, вместе тоже с друидом. Топовый отхил для прохождения волн. Сейчас посмотрим, что там у нас по топе на волнах. В общем, если бы не этот герой, я бы далеко не забрался. С друидом. Так, давайте в ранги зайдем. Где там наши волны? Вот. 90 волн я уже зафармил. И буду дальше фармить. Я просто жду отката попыток. В общем, герой обалденный. У кого есть, скачайте, не пожалеете в первую очередь, потому что без него реально сложно. Так, что тут у нас? Пассивку можно улучшить. Вот смотрите, что он дает. Призывает барьер вокруг себя, 20 дружественных юнитов, которые в барьере восстанавливают 9% плюс 30 единиц от их максимальной жизни в секунду. Барьер длится 8 секунд, то есть это по сути тот же самый шаман, ой, я говорю шаман уже, тот же самый ворожей, который хилит у нас в битве замков, плюс дает здесь еще деф. Вот видите, бонус можно увеличить, плюс 2%, это пассивочка такая вот. Мы ее улучшим сейчас. То есть это общая пассивка для бонуса, это для юнитов. Вот, heals units in own brigade, то есть в бригаде хилит дружественных юнитов, и они восстанавливают 33% от атаки. Вот так вот. Бонус плюс 3. Это для юнитов. Пассивка. Пассивка дает щит 3% от максимальной ее ХП. Для юнитов, я так понял. Да. Ну вот, increase mana production в mana factories, то есть влияет на количество маны. Вот так вот, ребят. Герой реально очень обалденный. Мне очень нравится. Я вам его сейчас покажу в действии. Это уже скин. Вот так вот выглядит первый. Вот так вот выглядит второй. Окей. Поехали, покажу вам его. Давайте даже покажу в рейде. Сейчас сбегаем в рейд. Надо бегать в рейды. За рейды дают нормальные плюхи. В общем, игра обалденная. Не знаю, поначалу не понравилось, но сейчас играю все больше и больше, и я вам скажу, очень интересно. Такс. Ну вот, давайте выпустим шапку и ее. Сейчас увидите, как у нее щит обалденно смотрится. Вот смотрите на внимательно. Какой идет отхил шапки, плюс 1000 каждую секунду, есть плюс 419. То есть она, по сути, на фул отхилила без проблем. Ну, нереально крутой герой. Говорим им всем до свидания. Ничего себе, друид выжил. Вот такая же. Блин, ну она крутая, реально крутая. Вот этот щит, этот хил, блин. Друид хилит раз, и он добавляет атаку. Это дает деф и хилит каждую секунду. То есть на волнах, на той же самой арене, давайте попробуем. Шапка, кстати, только юнитов бьет. Попробуем сейчас бегать на арену. Как обычно, там сейчас мне дадут топа. Ну, плюс этого щита, я думаю, вы видите. То есть это нереально круто. Арена, к сожалению,
немножко что-то подвисает по графике, непонятно чего, но движок надо им что-то делать, потому что даже на планшете при массовой битве зависает. Это печально. Я, кстати, так и не сделал этот челлендж. Такс. Поехали на арену. Уже дошло 1,8 миллиона противники есть, которые нереально живут. 50-е уровни прокачки. Я все равно пока их сливаю, но через раз бывает зависает, блин, и просто не... Вот 2 миллиона, ребят. 2 миллиона противник. Сейчас тут, наверное, 55-е, наверное, или 50-е будут однозначно. Так, убираем вот так шапку, ставим туда. Дополнительно сюда и сюда. Пятьдесят пятые уровни. Как вам такой раскладик? Нехило, да? Ну, смотрите, что они делают. Они просто сливают моих героев. Но сейчас, если шапка зарядится быстренько, я надеюсь, она зарядится. Вот смотрите, что сейчас шапка сделает с ними. Чик. И вообще их нет. А вот теперь вот включаем щит. Там вот точно такая же салка. Сабди, точнее. Но она просто нереально крутая. Так, помощь надо. Ну, по героям вроде пока нормально держимся. Так, шапка еще разок. Блин, тут, конечно, проседают немножко снизу. Так, давай. Видите? Вот в чем преимущество данного героя. Реально затащило. Блин, шапка побежала вперед. Ну, нормально, тут у меня нормально народу. В общем, без этого отхила я бы на арене с такими противниками не справлялся. То есть, если у вас есть вот этот сабги, герой, блин, ну, нереально крутой, качайте для арены, для фарм-локации. Ну, везде, как у нас ворожей. Без ворожей реально сложно воевать. Поехали, еще попробуем найти кого-то. Ну вот, по 15, по 16 очей дают за таких противников. Но, блин, с ними нереально сложно воевать. Это уже 55-е, дальше 60-е пойдут. Чем выше, короче, арена, тем сложнее будет воевать. А, надо улучшать юнитов, надо улучшать башенки. Ну, в общем, куча всего. Вот диска, он был только 1,6, уже, блин, 2 тоже. То есть, чем выше у вас уровень будет кубков здесь, тем будет вам сложнее. Вот Минотавр даже, блин, не успел ударить. Здесь, наверное, еще и разгребут нас нафиг. Ай, блин, я ж не поставил ее. Я думаю, что за фигня. Так, шапочка, давай, вся надежда на тебя. Жахни их, красавица. Блин, сабди. Да, сейчас, наверное, еще здесь и сольемся. Если шапка успеет второй раз. Блин. А-а-а! Ну, видите, неправильно раз-то, блин. Я ничего не сделаю, меня сейчас просто жахнут. То, что набили, сейчас сольем. Надо поменять везде расту, выставить одинаковую. Ну, без варианта, 55-й. То есть, можно даже сразу выходить. Минус 16. Я говорю, все, что набил, все потерял. Ну, здесь хотя бы с Нокса не так подвисает. Я не знаю, почему с планшета подвисает. Сейчас сделаю сразу же расту. Нормально. У меня обычно вот так вот. Такая вот раста.
Это выбираем санку сюда. Вариант. И герои в первой линии, чтобы они заряжались быстрее. Но как видите, тут такие противники, что надо качать своих героев как минимум до 50-го. Но самое основное, чтобы был хорошо прокачан гарнизон. То есть трупперы, они реально решают очень многое на арене. Боты, тут ничего не сделаешь. Надо качать свою арену, чтобы больше можно было юнитов выкидывать. Вот смотрите, как просто тупо сливают нафиг. Без вообще без ничего. Вот. Слили. Шапка даже тут сейчас, наверное, не знаю. Ну, что-то сделает, конечно. Но он опять выкидывает. Единственный вариант это задержать юнитами. Может, если шапка зарядится, сейчас еще вытащим. Если, конечно, повезет. О, нормально. А вот снизу юниты пошли. Не знаю, идут сюда. Что у нас еще один гарнизон можно запустить? Ну, давайте запустим. Короче, вот так вот, ребят. Ну. Отлично. Вытащили. Но это не точно. То есть, видите, противники дальше все сложнее и сложнее. Но вот Садби реально мне очень нравится. То есть, во многих локациях герой, блин, просто тащер. Поэтому, есть у вас возможность, качайте, не пожалеете, реально герой стоящий. Давайте еще одну битву попробуем. Вы видите, тут противники просто нереальные. Обычных, ну тут даже донатов нету. Опять та же самая тема. Жесть. Надо качать побольше, чтобы больше гарнизона было. Тогда будет, возможно, попроще. Посмотрите, какой тут гарнизон. Его тоже сабдишка есть. Он даже не успевает ударить. Настолько они хреначат. Надо, чтобы шапка только зарядилась без шапки. Так, отлично. Надо по центру. Посмотрите, что делается. Это жесть полная. Просто тупо не успеваешь на арене что-то сделать. Так, ну вся надежда на шапку. Давай, шапочка, не убегай. Давай, мочи их. Ебой. Вот так вот. Блин. Вот эти, конечно, юниты злые. Нормально, затащили. Короче, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.